Всем салам, пацаны! С вами Макс. Сразу хочу вас попросить подписаться на мой начинающий канал, а также прожать лайк, ну и включить колокольчик, дабы не пропускать новые уведомления на моем канале. Ну а мы погнали к сути видеоролика. В общем, в этом видео хочу вам рассказать один большой минус игры на GTA Россия на Радмир РП. Вы можете быть не согласны со мной и с моим мнением, и это нормально, так что относитесь к видео тоже как бы с пониманием, я не хотел оскорбить никаким образом проект и так дальше тому подобное. Так, смотрите, я немного поиграл на GTA России на Радмире и заметил один большой минус игры на проекте, который очень сильно раздражает меня, и я решил записать видео. Смотрите, получается, открыли GTA Россию с картой от игры Криминальная Россия, и получается, на этой карте происходит сейчас вообще на сервере полная дичь. Нельзя спокойно поиграть. Эта карта не подходит вообще для комфортной игры на проекте. Ее нужно кардинально улучшать, или я не знаю, что делать с ней. Просто на дорогах творится полный хаос. Даже когда я вам озвучу данный видеоролик, просто посмотрите, что происходит. Я стою, просто слушаю с пацанами, значит, тут музыку, пританцовываем, и вот смотрите, что происходит. Как бы мда. Ха, так меня еще и, блин, переехали после этого. Вообще нормально так. Я к тому, что на этой карте никто не соблюдает правила дорожного движения. Это полный капец. Реально бывает бомбит с этого. А напишите прямо сейчас ваше мнение насчет этого. Ну ладно, вот смотрите, я еще немного проехался по карте. Буквально пару минут. И что со мной произошло? Допустим, на этом перекрестке вообще всегда аварии происходят, когда еду. Тут машины, ну это вообще жесть полная. А он, инкассатор, вообще едет по полю и нормально себя чувствует. Да это все еще пустяки, ребята. Вот когда зайдет на сервер новичок и арендует, допустим, мопед, да? Можем такую представить картину. На мопедах вообще ездить нельзя. Если ты только выйдешь на дорогу, тебя сшибут сразу же, и ты труп. И новичок, скорее всего, скажет: да нахер оно надо, блин. Лучше-ка я выйду с этого сервера. Как по мне, карта не подходит для комфортной игры. Лучше, как по мне, даже поиграть в обычный Радмир с американской картой. А что вы думаете на этот счет, напишите прямо сейчас в комментарии. Вот я даже, пример, блин, решил поработать электриком на выезде. Ехал я спокойно, значит, работал, по правилам движения ехал, и меня сбили, получается, и я улетел куда-то вообще вот сюда вот, и я тоже не мог отсюда выбраться никак, админы почему-то мне не помогли, и мне, получается, пришлось выйти с игры. Но короче, как-то вот так вот, ребята. Ну а всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, также поддержать лайком это видео. И кстати, давайте проявите на этом видеоролике хорошую активность, и в следующем видео я сделаю вам конкурс на GTA России. Я думаю, вам будет приятно. Ну и всем пока, с вами был, как всегда, я Максим. Quit that H and the K and then let us break.